Поспета не только увеличивает количество и улучшает качество урожая, но также ухаживает за почвой и придает плодам максимальную пользу. И я иду, звоню, заказываю. Кто в курилке записи? Слышь, дизайнер. А интерьер за бесплатно нарисуешь? Нет. Стойте, подождите, пожалуйста. Извините, а вы не видели здесь дизайнер, который за 600 рублей и 3 дня проекты делает? Это случайно не вы? Нет, не я. Ну, как же так? Вы ведь явно работаете дизайнером. А здесь все на самом деле очень просто. Я Александр Нейербов. И свой путь в дизайн я начал еще в далеком 1997. Потому что, чтобы быть дизайнером, надо быть очень рукастым и начитанным человеком. Поэтому всю свою жизнь я старался использовать все положительные и отрицательные стороны в свою пользу. Я имею талант не только к дизайну. Конечно, чтобы делать какой-то дизайн, нужно уметь рисовать. И Нейербов, начиная с 2014 года, обучался этому делу. Также закончил музыкальную школу. Занимаюсь деятельностью в плане создания видео, монтажа. Пишу статьи в блоге, веду прямые эфиры. Увлекаюсь историей, оцифровываю видеокассеты. С давних пор я также увлекался коллекционированием ретро-консолей и компьютеров, и даже имею два собственных сайта, один из которых на сегодняшний момент завершен, а второй находится в альфа-стадии разработки. Так что среди дизайна разного рода в виде проектов, рисунков, эмблем, символик и прочего, мне есть чем похвастаться. Один только художественный фильм «Мало патронов, много проблем» составляет целую полноценную работу в плане всего, и дизайна в том числе. Поэтому я знаю себе цену и не боюсь ее заявить. Да вам не 600, и даже не 6000. Вам кажется ценой.